Суздаль вообще еду. Поехали. Сколько стоит? 1000 рублей у нас Суздаль. Да. Все, сейчас. А тебе посмотрим. Куда надо, парень? Да я Суздаль за 1000 еду, тоже так себе. За 900 поедешь? А ты кто такой? Куда? Ты что тут это? Ты куда щелечный? Смысл? Вот тут стой, помойка. За штукарь поехали? Как поедешь? Как это, 90-е или что? 90-е сюда еще. 90-е прошли уже. Они не кончались. 5 тысяч в месяц платишь, стой здесь, работай. Пожалуйста. Знаешь? Бегу. Уже снимать. Раз, два, три. Тут весь район собрался, смотрит. Блогеры приехали, блогеры. Блядь, главное, чтобы нашу жучку не спалили. Ребят, короче, жучку мы подшаманили и решили снимать следующую часть таксистов. В прошлой части, если кто не видел, сейчас где-то появится тут ссылочка, мы ездили по Москве и ближайшему Подмосковью, но нас там то ли узнавали, то ли боялись камер. Короче, реакции толком не было, меня даже и не побили. Вроде как не хочется, но с другой стороны и хотелось бы. В общем, в этом ролике мы отправимся на грядки нелегальных таксистов дальше от Москвы, на север. Думаем проехать Ярославль, Владимир, Суздаль, Костром. Короче, как попрет, не знаю, куда вообще допрет нас эта жучка, доедет она или нет, мы там на проволочку прикрутили пару хреней. Ну, я думаю, выдержит. Нормальная машина, ездили же наши деды. Короче, сейчас отправляемся за сани в железнодорожный и прямо оттуда дуем на север. Наше путешествие. Смотрите, приятного просмотра. Не забывайте поставить лайк, не забывайте оформить подписочку. Не забывайте написать в комментариях город, где есть эти таксисты, еще, знаете, такие из 90-х, вот эти вот жесткие. И мы обязательно приедем к вам в гости. Все, ребят, приятного просмотра. Короче, ребята, выехали. Едем сейчас за саней. И потом отправляемся в тур по городам. Знаю, пока шаманили машину, уже наступил вечер, думали выехаем утром, выехали вечером, не знаю, может быть переночуем у Сани, может быть поедем дальше. Короче, начало, тур, таксисты, встречайте, если доедем, конечно, не знаю, все шумит, пердит, задний амортик заклинило, но ничего, все в порядке, все нормально. Два часа ехали, в принципе, ничего не отвалилось, колеса все на месте, не греется. Полет нормальный. Таким макаром приедем в точку назначения. Здорово, Санек. Братан. Неудобно. Чуть не пососались. Кстати, поздравляю себе тебя со 100 тысяч подписчиков. А, тебя там 100 тысяч. Прикинь, у него 100 тысяч подписчиков уже набралось. Спасибо. Куда едем-то? Короче, у меня предложение такое. Мы успеваем сейчас быстро Электросталь и Ногинск захватить вечерних таксистов. Электросталь? И Ногинск. Да, я посмотрел, 56 минут ехать. И после этого все, спокойно, ночью едем во Владимир, там ночуем, а утром снимаем Владимир. Короче. Электросталь или Ногинск? Да. Ну все, погнали. Так, надо только вещички переложить и все. Давай. Я тут пранк придумал, тебе надо будет труп играть. На похоронах? Нет. Короче, тема такая. Мы в парке, я говорю, ребят, тут дед умер один. И приметы твои говорю. Какой кочет? Но это не душа. Вот эта камера же стоит раза в 3-4 дороже, да, чем эта тачка? Примерно. В 5 раз, да? А с этим объективом в 7. А. С микрофоном в 8. Со Степой вместе в 9. Не, в 8,5. Меньше. Да? Со Степой нет. Электростар. Разогнали жигу до 96. Тормозим. Короче, она разогналась почти до сотки. Правда, потом еле затормозила. Все, Степа. Степа готов, это все таксист. Они на тебя смотрят, как на мясо свежее. Да, подходи. А до Ногинска не знаете такси? Сколько? Мне просто в Ногинск надо. Чтобы взяла 300 рублей возьму.
300 рублей до вокзала. Так, сейчас, хорошо. Тебе такси надо? Да, да, до вокзала сказали 300 рублей, Ногинск. Ногинск? За 250 поедешь? Да поехали, мне все равно. Погнали? Ну прыгай вон на второй, на передний. Где дешевле, мне все равно. Ну 250, поехали вон, на передний прыгай. Странно, ну ладно. 250, да? Да. Рюкзак только снимай и залази. Тут нужно немножко пояснить, что произошло. В общем, мы пропустили поезд. Таксистов стояло на грядке человека 4, наверное. Пока то все, приехал поезд, таксисты расхватали клиентов, мы пока ехали, остался один. Ну, делать нечего, мы решили попробовать. Блять, с толкача придется. Я сейчас на 300 рублей придется на Ногинск ехать. Машина не заводится, Степа. Это кора, она не заводится, слышишь? Ебать, слава богу. Степ, стой на месте, сейчас к тебе подъедем. Похоже, это немножко не то место или не то время. В общем, едем дальше. Ногинск, 18 минут, погнали. Едем в Ногинск, погнали. Ну чтоб она завелась. Еле открывается вообще. Давить. Заведется? О, повезло. Все, Степ, прыгай, погнали. Так, куда мы приехали? В Ногинске. В Ногинске. Сейчас будем смотреть, здесь вокзал. Да, ребят, совсем забыл сказать. В этой части я, короче, почитал предыдущие комментарии под предыдущими роликами. Вы там все говорите, ну что ты как лох, там сдачи не даешь. Короче, я чуть-чуть решил себя вести понаглее. Ну, чуточку. Немножко отвечать таксистам. В общем, смотрите, что из этого получилось. Ну и пишите в комментариях, как лучше. Может быть, лучше полным лохом быть, или вот так вот немного агрессивнее, получше. Вот. Вроде как похоже на банду. Бандитская группировка, да, какая-то движуха есть. Сейчас пойдем проверим, как там ситуация. Выглядит опасно. Все, пока звук норм, слышим? Отлично. Все, ну все, все. Да, а кто из вас работает? Короче, мне в Черноголовка, улица Центральная, там ТЦ Центральный какой-то есть. 1000, да? Сейчас, секунду. Так, сейчас. Парнишка, тебе такси надо? А? Такси надо? Такси надо? Да, да, Черноголовку еду. Вот а куда тебе ехать? За 1000 человек повезет, сказал. За 1000? За, да. За 700 поедешь? И таксист тоже? Да, за семихаточку. Поехали. А где такси? Ну вон моя машина. Погнали туда. Точно такси? Да. Ты что, погонишь? За 700, говорит, поедет. Ну, Черноголовка. Да, Черноголовка за 700. Я поеду. Тоже что, таксист? Погнали? Среди вас, да, кто-то? Ну что, дядя, блин. Че? Че ты так пришел, ты не забываешь? Ты таксовать, че? Ты дурак, что ли, правильно? Если ты работаешь, че, убьешь? Ну, я тоже работаю, вон я стою. Сейчас тебе приедут те люди, блядь, тебе объяснят. Какие люди? Кто там приедет? Что объяснишь? Кто раз, что ли, блядь? Что, нельзя, что ли, таксовать? Ты куда приходишь, говорит? Ну я ж не здесь стою, вон я встал. Скажу, где стоит. Так я хожу, смотрю, ищу кого, кто ехать, кому ты надо. Ты вообще, что ебнул ты, блядь? Почему? Блядь, тебе объяснишь, что они поймут-то, блядь. Вот ты сам подходишь, стоял. Чужой стоял, где люди платят деньги за это, блядь, да? И говоришь, поедет сюда, там машина моя стоит, блядь. Почему чужая, наша общественная? Вот ты стоянка? Ну да. Это не общественная хуя. А чья это? Работа, блядь, работа от города Ногинска, нахуй. От бандитов местных, нахуй. Ну, я не от бандитов, я от местных. Это ваша, где-то ваша стоит. Вон машина моя стоит. Жигули вон стоит. Жигули? Нахуй. Вот, блядь, больше занят фигушник стоять. Я как позволю, что ты сам привет кинется. Ой, я вообще, подходит там, что пиздец, блядь.
Почему нельзя там? Так, братан, вы разбирайтесь, я чуть попозже подойду, а то это. Да подожди, сейчас поедем, поехали. Поехали. Не уже поедет, сейчас я приеду. Поехали, пока там будут ехать, там поехали. Этот, вон машина, пошли, перейдем пешеходный. Да и поедем. Сейчас и поедешь, если тут машину туда что-то. Я буду ехать. Сейчас будет пиздец. Сейчас без машины остается. Где я? Смотри, такая это хуйня. Стоит шака, стоит, не знаю. Черный шака, жгули, блядь. А что же охуел? Наш, блядь, наш там, блядь, блядь. Сажи, блядь, без бабки, блядь. Что, почему нельзя там? Синий шака, синий шутер, и копеечку не знаю. Что-то такого, ладно. Сколько у нас в регион, липские машины, да, липские. Что, ты поедешь, не поедешь? За 700? Ну да, 700. Таксист точно, вы просто ругаетесь. Да, да, ну вон, видишь, вон шашечки стоят, таксист. Вон у меня бензин да. Есть. Ты сейчас понесешь. Все, видишь? Сейчас на что не сядешь, что ли? Сказал, что не сядешь. Тебе не дадут, да? А что бы не дали, что там ага, какие-то разборки? Слышь, тебе что-то через сломается нахуй. В смысле? Куда вообще лезешь, не пойму тогда. В смысле, а что? Всего там своей помойки, понял, блядь, нахуй? Кто помог? У тебя сама помойка, блядь. В смысле? Съебался отсюда. Погнали, парень. В смысле охуел? Что нельзя, что ли? Отсюда не уедешь. А что нельзя, что ли? Сейчас отсюда не уедешь. А почему, блядь? Потому что я так хочу, блядь. А я хочу уехать, блядь, и клиентов же. Блядь, это тебе объяснят. Что, нельзя зарабатывать, что ли, спокойно? Блядь, ты что, ты дурак? В смысле, дурак? Работы стоят. И что? Платят за стоялку в месяц, нахуй. А ты сам приехал просто, знаешь, блядь, типа. Блять, ну, я не тут стою, я просто походил, блядь, нашел человека. Ну, иди туда, там и стой. Так там нет никого, блядь. То есть, сюда вообще нехуй сопроходить нихуя. Ты вообще кого дик, как оплачь стоял? Зачем? Ты вообще кого плачь, как? Я так катаюсь, да и катаешься? Все. Катаешься, а здесь нельзя так кататься, нихуя, здесь надо все платить. Туда. Почему нельзя-то, блядь, кому платить? Вот тебе кажется, все, ты, блядь, нельзя, блядь, жди, нахуй. Кого ждать, блядь? Ты можешь сидеть сюда, нахуй, стивить-то. Сейчас, блядь, подожди, блядь, сейчас подъедем. Сейчас тебе тут объяснят, нахуй. Да что они объяснят? Что тут можно, что нельзя делать? Да все можно, это общая площадка. Кто хочет, тот и работает, кто хочет, тот и стоит. Тебе еще раз объяснить, нахуй. Здесь я стою, вот машина стоит. Сейчас туда еще машин приедут. А я там стою, еще, почему нельзя там? Иди нахуй туда, там, и стой, нахуй. Так там народу нет, вот я прошелся к торговому центру. Понял, блядь? Еще раз тебе объясняю, блядь. Почему, блядь? Потому что, блядь. Нихуя себе вот это право. Я машина стоял. Ты не местный, что ли, нихуя смотришь? Не местный я. Ну, и что ты там сопрепёрся, не местный, блядь? Я зарабатывать хочу. Сука, ты меня, ты мне клет здесь отбил, понял, блядь, нахуй? Это ты у меня отбил, блядь, вы уже почти поехали за 700. Начал орать, блядь, он испугался, что, конечно, что, парень пошел. Блядь, я не пойму тут, блядь, ты чё, пиздец. Уехал, блядь. Ты вообще там припёрся, чувачок. Конечно, он напугался, блядь, нихуя себе так орать. Блядь, ты вообще, блядь, бессмертный, смотрю, вообще. Почему бессмертный? А что, блядь, какие-то 90-е или что? 90-е сюда еще. 90-е прошли уже, все, блядь. Они не кончались, нихуя. В 90-х годах, блядь. Вези, давай, ехай. Сейчас отсюда же не уедешь далеко, нахуй. Почему? Ну езжай, давай. Я тебе сказал, все, нахуй. Сейчас ставлю, приезжай, сейчас сажу машину, езжу с тобой еще головку, нахуй. И давай, езжай. А там тебе пизда будет потом, нахуй, туришь, нахуй. Сами помог, там тебе нахуй же похоронить туда. А за что? Че, нельзя что ли просто работать? Нельзя сюда вообще лезть, ну дай ты стоял сюда. Нельзя. Почему, блядь? Если люди платят за нее. Ты платишь деньги за нее. Нет. А мы платим нахуй. Так я тут не стою. Ты куху значит сюда лечь, не пойму там. Я прошелся, ищу клиента, блядь, может уедет. Здесь нельзя ходить, ты что сказал, нихуя искать. Как, блядь, клиент, ты где запрещающие знаки? Нихуя себе нельзя езжай, ходить. Давай. Нихуя себе нельзя ходить. Ты живай, ехай. Вот это новости, блядь. Нельзя ходить, блядь. Я хуй вообще, блядь, пиздец. Так, я вообще первый раз вижу таких, блядь, просто. Да я наоборот, вот тоже первый раз вижу. Нельзя ходить, блядь. Знаешь, нельзя дышать, блядь. Знаешь, здесь пиздишь, блядь, пассажиров, пиздишь там, ты воруешь нахуй. Ничего не ворую, блядь. У тебя одна цена, у меня другая. Все, нравится клиент, не нравится, поехали. Рыночные отношения. Ой, у кого подешевле, тот давай, и поехал. Давай, езжай, ничего не колюк, поживай. Сейчас мы что здесь, я сам приеду. Ехай. Только дашь не тысячу, а дашь, блядь, нахуй. Умножай на 10, нахуй, на первый раз, нахуй. Я за 700 вижу, не за 1000. Езжай. Потом приедешь, сейчас люди приедут, сказал, все поговорят нахуй. Ты 1000 отдашь, а 10 не отдашь. И будешь каждый месяц платить потом нахуй. По пятаку в месяц нахуй. За что? С 90-х годов, блядь. За то, что я просто подъехал, клиента взял.
Да я понять не могу, как так, блядь? Я тебе понимаю, что ты, сука, спиздил пассажир, понимаешь? Как спиздил? Я у него спросил, за 700 поедешь, он и поедет. Ты сюда что притошься, там? Потом всяко конь подошел, блядь. А он ходил тут, блядь. 1000 рублей ему нас набили, нахуй. Ты подходишь, 800 рублей, нахуй. Это что такое? Поторговаться, а что? Блядь, ты что торгаешь? Если торгуется, нихуя, дядя, блядь. У тебя 1000, у меня 700, клиента устроила, ты поехали. Ты кто такой, скажи мне? Ты таксишь? Вова, ты я, блядь. Вова ты, блядь, нахуй. Хуёно, что у тебя Вова, блядь, нахуй. Сказал, здесь так не работают, нихуя. Тебе что-то а кто говорит, как тут можно работать, как нельзя? Нихуя себе, что за понятия какие-то? Чё тебе сказали, что здесь стоянка находится? Да вообще нехуй никому сосуваться, стоянка на эти деньги платят люди. Даже знака понимаешь? Нет никакого. Она тут находится, нахуй. Блядь, здесь есть какие-то стоянки, кому заниматься, нахуй. За стоянкой следят. Люди приезжают, наблюдают за ней, нахуй. Что не было, чужих у меня не было нихуя. И то, что никто ничего не брал нам. И как понять, кто чужой, кто свой, блядь. Вот я приехал и вот что. Вот если машина здесь на села стоит, машина, то платит там. И что, мне нельзя вот, сюда вот встать? Здесь бригад есть, хочешь работать, плати, блядь, месяц, нахуй. Пятак. А сколько будет? Пятак? 5000 в месяц, платишь, стой здесь, работай, нахуй, пожалуйста, нахуй. Знаешь, блядь? А ты сейчас приехал, а все готовим, решил спиздить, нахуй. А здесь так не делается нихуя, нахуй. Чего спиздить? Поторговаться? Клиенту подешевле. Я торгуюсь, ты что солешь, они поймут-то, блядь, нахуй. Предложить. У нас моя станки, блядь, они там, где стоит. У нас для пассажиров взял, нахуй. Они оттуда нихуя, еб. Здесь наша, еще как, здесь наша стоянка, еще тебе. Как, блядь, она ваша? Нихуя себе, да. Общественная земля ваша, блядь. Езжай, давай, езжай. Я сейчас тоже скажу, вот это мое, вот это мое, блядь. Давай. Вот это мое, вот это сюда не ходи, блядь. Тут не дыши. Нихуя себе, вот это новости, блядь. Да это пиздец какой-то, какие-то 90-е, блядь. Прошли уже 90-е. Здесь такая хуйня еще есть, нахуй, поверь мне. Нихуя нету, блядь. У меня есть такая хуйня, у нас здесь, нахуй, мы работаем. Да это хуйня какая-то, нездоровая. Это не хуйня, это заебись, блядь. Это тех, кто никуда не понимает, что нихуя. Потому что хуйня, блядь. Сейчас подъезжай, приезжай, ты сказал. Сейчас я догоню, что ты садусь, сейчас подъедет. Я пригоню, приезжай. Ну хорошо. Хуя себе, нельзя, блядь, нельзя, нахуй. Алло. А, вон стоит, машина стоит. Стёп, сейчас аккуратно, наверное, не подъедут какие-то люди к машине. Так, короче, надо это сваливать, пока за нами тут не приехали. Давай попробуем. Так. Блять, она не заводится. Подходящий момент, да? Угу. Бля, сейчас типы приедут нас глушить. Стартер мозги ебёт, нахуй. Кинуть клемму попробовать. Но я думаю, это не поможет. Блин, тут сейчас бандосы приедут нам пи***давать. Вот, ну Вове, по крайней мере. А мы не заводимся ни хрена. Отсюда уехать невозможно. В общем, объясняю ситуацию. Машина не заводится. Там сзади орет этот таксист. У меня паника. Я, если честно, растерялся. Потому что в первый раз это произошло. Но машина уже не заводилась. Но в такой боевой ситуации она еще ни разу не подводила. Я паникую, Саня, тут что делать? Степа тоже там. Я говорю, Степа, бросай камеру. Короче, Степа бросает камеру в машину. Мы все вместе с толкача ее заводим. Там еще мужик какой-то мимо проходил. Я, говорит, после операции. В общем, мы все вместе заводим с горем пополам эту машину. Прыгаем в нее. И по газам из города, пока нас не догнали, не прокалывали колес. Ребят, короче, выехали из Ногинска вот на выезде буквально. Никакой погони за нами нет. Соответственно, вряд ли кто-то нас будет преследовать. Поэтому мы со спокойной душой гоним в следующий город. Ну, если что, оперативника подснимем, будем там устраивать ралли Париж-Дакар. Все, погнали.
Вов, это точно, что ну ты мне самую дорогую и вкусную еду взял? Я просто, ну... Да-да-да, Саня, это тебе, короче, все по-братски. Мы взяли себе такой бичевской еды, а тебе вот лакшери лапша. Это элитная, да, какая-то? Да-да, лапша это же лакшери. Ну, значит... А то, что красная цена на ком, это нормально? Не-не-не, это вообще не обращай на это внимания. Сырья растяжу. Все, это вот, чтобы вы понимали, это вот наше со Степой. Это Санина. Это мне яблочко. Яблочко есть. Вот. Кушай, Сань, кушай. Нормально все. Ну, нет, ну честно же. Пишите в комментариях. Честно же, кто хлеб отрабатывал? Кто рисковал жизнью? У тебя яблочко телефона, а у меня вот. Мужики, а кто такси? Кто из вас вообще? Да это, что-то, не знаю, как Суздаль. Я вот с Москвы приехал, Суздаль хотел поехать. Кто у вас? Ваш, Суздаль вас. Суздаль. Сейчас посмотрю тогда. Так. А сколько туда примерно вообще? Куда в Суздаль? А? Куда в Суздаль? Да Кремль хотел посмотреть, сколько будет стоить. Кремль? Ну, вот сколько в Суздаль? 1100 рублей. Сколько? 1100 рублей. 1100. А, поехали. Все, окей. Парень, тебе такси надо, да? Да. 1100 а куда? Сказали, куда? Куда едешь? Суздаль. Куда? Суздаль? Суздаль? Да. За штукарь поехали? Я для тебя поеду, нахуй. За штукарь, блядь. Ты охуел, Коль? В смысле? Какой ты, блядь, штукарь? Не, мне все равно, ну, кто... Слушай, а ты кто? Какой тебе штукарь, блядь? Ты нахуй. Таксист? Кто, блядь? Какой ты таксист, да? Ты здесь садись. Работаешь, что ли? Ты аренду платишь? Нет, вон машина встала. Ну езжу. Иди туда и стой, блядь. Ты еще сюда пришел? Ну я смотрю, клиент, что? Да лупа ты. Да хуй его, что ли, вообще, блядь? Клиент, садись, давай. Ты сейчас 100 человек. За сотку, блядь. Ты за 1000. Я тебе сотку меньше. Сотку сэкономишь. Ты таксист? Ну да, вон есть, машина. Мне все равно, честно. Вот, это. Погнали? Сало. Суздаль вон человек едет. А ты кто такой-то вообще? Ну вон машина стоит, только таксует на себя. Погнали, что за штука? Нет, что дурак, за в смысле, какой дурак? Вань! Вот машина, парень. Сука, ну это было прям жестко, но этот видел, узнал. Сука, узнал. Ну ладно, это была жесть вообще, прям у меня аж руки затряслись. Так обидно. Блять, не заводится. Вообще, да, жесть была, ты видел? Их там было человек 8, просто банда. Да, я прям думал, твой пол уже будет лететь в щепки просто. Я тоже Владимир, так, жестко. Я в моменте такой думаю, что вообще делать? У меня аж губы пересохли, я просто такой, руки трясутся, думаю, капец. Это мордоворот ты видел, которому тебя послали? Ты вышел, такой на всех спросил, это говорит, ну вон к этому. Я думаю, это самый жесткий. Я мимо него проходил, там сидит в машине такая морда в очках такой. Мне просто как человеку очково было бы ехать. Я такой, типа... Просто как с ним, клиент, типа, с ним, не говоря о том, что мы, да, уже снимаем видос, я бы просто такой, типа, точно меня довезут, блядь, до места, я такой очень аккуратно бы, а тут еще и мы снимаем видос, я понимаю, сейчас ты подойдешь, я думаю, вот это сейчас взрыв будет, просто жопа какая-то. Жесть, это там началось, я цену начал сбивать, просто этот, слушай, парень. Да, что он там сказал, да, такой, вышел такой, я смотрю, он просто здоровый, эти давай подсасываться, как акулы. Еще какой-то воротило, видел, подошел там что-то, он еще руки в карманах, я думал, сейчас какой-нибудь нож достанет или что, прям страшно. Очки, из 90-х, вот эта крутизна, просто вообще топ, охренеть. Но почему-то они в какой-то момент, ты видел, что-то как-то в машину этот подошел к этому, да, там, типа, тут что-то, и этого такой чук-чук подозвал там. Я не знаю, что они... Но там менты какие-то походили. Может, менты, может быть, они ментов испугались или подумали, что это какая-нибудь подставная покупка или что-то такое. Mm. В какой-то момент они почему-то перестали прыгать. Шумить, да. Да, почему-то. То есть вот только что я думаю, ну все, сейчас меня будут резать. И такое, что-то раз такие шухаются. Я вот думаю, может быть, они это типа выследим, давайте их там потихо зарежем, что тут шума наводить. Ну, блядь, за нами слежки нет. Вроде мы сейчас отъехали на то же место, за угол заехали, вроде пока тишина. Ну, короче, будем надеяться, что все будет хорошо. А сейчас мы подождем еще 5 минуток и поедем с другого угла. Там стоят еще гопка таксистов, другая. Тут вроде все тихо прошло, они почему-то как-то тихо это все промяли. Я перепаркуюсь на другое место, и мы встанем около других таксистов. И попробуем пранкануть их. Надеюсь. Получится.
получится, потому что тут мафия реальная, тут стоит вот тут банда, тут банда, тут еще, тут три грядки, короче, три грядки. Ну они сейчас, смотри, главное, чтобы они это... Не на созвоне, да, что тут какая-то спецоперация идет или что, какие-то менты тут ходят, какие-то штатские сотрудники. Главное, чтобы они не прозвонили всех и не предупредили. Всех Владимир. Но я думаю, они не дружат, потому что у них грядка одна автовокзал, одна прям ЖД-вокзал, и там еще просто два дедака. Давай на дальнюю, которая подальше от них, да? ЖД-вокзал напротив там прям. Она за парковками, для них это не видно, и мне надо припарковаться как-то. Единственное, я буду, когда туда заезжать, я буду прям мимо них проезжать. То есть у меня путь на парковку только вот так мимо них. И будет как бы не ну, очень. Хочешь объедь? Объедь вот так покрой. Нету, по-моему, там дороги. Или есть? Сейчас посмотрим. Да, можно было бы тогда с другой стороны заехать. Потому что копейку твою видно. Да, да, да. Ее вообще узнаю. Ну, как она, ее невозможно не заметить. Машина раритет. Угу. Кстати, прикол. В Москве ей уступают дорогу, а тут только что какая-то на Лексусе баба там на нас наорала. Я вообще в ахере. То есть в Москве какое-то уважение, раритет, старье, как она вообще еще едет. А тут просто... Ты какой-то нищеброд, бич, и тебя... ты никто, если ты на этой тачке. Очень интересный контраст такой реакции. Ладно, сейчас пробьем, как подъехать на ту грядку, и попробуем еще один дублик. Потому что ну, тут топовая грядка. Мне очень нравится тут атмосфера. Не знаю, почему они спрыгнули. Какие-то подозрительные типы. Что-то спрыгнули. Ладно, сейчас смотрим маршрут и погоним с другой стороны. Если хочешь, да, можно объехать. Можно объезжать, да? Да. Топ, топ, топ. Огонь. Давай все вместе. Вообще красиво, вокзал. Дорога на вокзал так, да, должна выглядеть. Владимирский вокзал, ветер северный. Этапом поезда. Цены немерено, я таксиста ранговал. Так, таксистов мы нашли, они стоят вон там вдоль, вон их куча таксистов, прям целая грядка. И теперь думаем, как это снимать все. Тут перегораживают машины, и поэтому придумали вот такую тему. Вот этот чувачок будет стоять вот на этой куче песка. Вот Степа, вот куча песка, там таксисты, чтобы вы понимали. Нормально, да? Все, я паркуюсь где-то здесь, ну, в смысле, там, дальше, чтобы в кадр попадать. Вот они хорошие, вот эти хорошие, нелегальные, они прям под знаком запрещающим стоят. Бля, вот тут парковку надо, 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 надо. Прям тут оставлю. Нормально? Кадр норм? Так, звоню Сане. На ЖД, на ЖД вокзале. На ЖД вокзале. Вот этих, видишь, шашечкой под запрещающим знаком стоят. Да, да, да. Вот это явно они... Да, 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 да. Короче, да. На поло-желтой они стоят. Вот давайте да, поло-желтые да, стоят, да. Они вот, вот, я к ним они. Подхожу. Да, все, я готов, я уже подъехал все. На позиции. Степа тут. Иду, да. Давай, давай, все, иди. Я мимо ходить буду, давай. Мужики, а кто? Такси вам, да? Далеко? Так, ну вот я это, Суздаль вообще еду. Поехали. Сколько стоит? 1000 рублей у нас Суздаль. Так, ага, а кто едет? Я, поехали. Вы едете, да? Да. Так, 1000, да? Да. Все, а, сейчас, а тебе куда надо, парень? Да я Суздаль за 1000 еду, тоже таксист. За... Да, за 900. Поедешь? А ты кто такой? Да куда? Ты что тут это, ищешь кого? В смысле? Как, в смысле? Мы тут работаем. Кого ты тут ищешь? Ну я тоже вон подработать. Ты, ты работаешь, ты на вокзале, не на вокзале, ты по заказу работаешь. У меня не программа, у меня я так. Тем на... более так. А так вообще тем тут тем более нечего. Так сейчас не уедешь вообще отсюда никуда, блядь. Почему? Потому что 4 пустые, до свидания, блядь, будешь стоять, блядь. Какое? Видишь, какое блядь, пусто? Блядь. Какая? Фухарец пришел, блядь, куда мужик уехать? Прикинь, блядь, хуевший, блядь. Ну что ты? Иди, дружище, пока поздороваться. В смысле? За 1000? За 900, поехали. Я какой тебе 900, ты не сказал. Ты все, ты что, о чем говоришь, ты что думаешь? Блядь? Колеса, мы... Ну, шутки, ты вообще какой-то... Какие ты шутки? Такой-то? А вы кто такие, ты кто блядь? Такой? Мы я тут, так... блядь, всю жизнь стоим, работаем, блядь. Ну, а я заехал подработать, и ну, что? Иди нахуй отсюда заехал, сейчас не уедешь, значит, отсюда. Блядь. В смысле не уеду? Блядь? Потому что, блядь. Ты что, блядь? Мы тут не одни стоим, блядь.
Хуел. Вот автомобиль серенький. Че, поехали? Иди отсюда, я тебе сказал. Пойдем, пойдем, садись. Что-то за 900, что тебе деньги лишние? Дружище, садись. Это официальный такси. Где у тебя машина? Вон моя машина. Какая? Вон Лада стоит. Лада? Ага. Слышь, поехали. Погнали, 900. Что тебе сотка лишняя? Иди отсюда, я тебе сказал. Не, мне... Поехали, иди садись сюда. Так, парень, тебе что, сотка лишняя, что ли? Иди глупый, что ты, еб. Что происходит? Давай за 900. Садись, поехали. Иди, тебе сказано. Погнали. Иди отсюда, нахуй. Иди отсюда, что происходит? Садись, поехали. Парнишка, да, тебе что, Иди отсюда, деньги лишние, что ли? Погнали, вон за 900 нет, довезу тебя. Погнали, давай, какой я больной, они шутят. Сейчас мы тебе башку, башку тебе проломим сейчас. Башку тебе. Поехали. Парень, поехали за 900. Иди, я тебе сказал отсюда. Иди. За 900, тебе что, деньги лишние, вон, поехали. Садись, поехали. Поехали за 900, довезу тебя. Блин, а вы... ты тоже таксист с ними вместе? Да, 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 вон моя таксистка. Никакой не таксист. Дружище, мы местные таксисты. Вон а у меня. Ты поймешь, кто, блядь. Смотри, на чем он ехал. Вон, смотри, у меня все, я таксист. Садись, поехали. Ты откуда? Блин. Отсюда. Какого города? Отсюда. Отсюда? У нас таких, блядь, первый раз на такой... Я недавно переехал. Погнали! Отсюда. Мне сначала, ипотеку блядь, платить. Сначала, блядь, у нас спроси, можно ли здесь встать, блядь. Да можно, конечно, что еще спрашиваете. Блин. Садись. Что-то общественная парковка бесплатная. Поехали, 900, да, парень, тебе что, 800, погнали. Блядь, ну вы... Ладно, блядь, я сейчас въебу. Мне все равно. Он не уедет, мы его не выпустим. Садись, погнали. Мы его не выпустим, он не уедет. Парень. 800. 800. Я извиняюсь. Да не уедет он. Вы же все таксисты, мне все равно вообще. Погнали. Я извиняюсь, просто если дешевле 800... Никто он 800 не поедет отсюда, не трогай. Поехали, поехали, 800, вон. Я просто, иди, мне все равно... Иди-ка сюда, парень. Ты хочешь, чтобы он не доехал до этой? Да они шутят, это все приколы такие. Они прикалываются, да? Парень. Это... Я первый раз в городе. Садись, поедем. Да. Парень, да это я шутки такие. Довезу. Садись, что тут... Погнали. Я не против, просто... Да они шутки шутят, погнали. Нет. Видишь, какой клиент? Да. 800, садись, погнали. Садись, поехали. Я парень. Просто деньги, если сэкономить, я не против. Ты никакие тут не сэкономишь. Поехали, я тебе тоже... Конечно... За 800. Садись, парень, поехали. 700. За 700 поехали? 700. Семихаточка. А-а-а, да что тут происходит? Дружище, погнали. Мы не выпустим его в любом случае. Да что, я не шутят, садись, прикалываются. Езжай, мы его не выпустим. Погнали, они прикалываются. Он не, ему не прикалывается, он не уедет. Давайте я в туалет схожу туда сначала. Да какой, погнали. Я в туалет схожу и за 700 давай лучше приеду. Все, я вон Лада стоит черная. Я не отвечаю, он не уедет. Вот, блин. Лада черная, подходи. Все, ладно, хорошо. Какая Лада черная у тебя? Вот моя Лада. Я в туалет только схожу. Какая? Все, давай. Вот эта копейка же сраная, блядь. А чё, как нормальная машина. У тебя поло сраное, блядь. Это раритет вообще-то. Чё, едешь? Садись. Мне всё равно. 700? Да, 700. Если дешевле, то поехали. Ну, конечно, поедем. Давай, садись. Покуйся. Забегай. Кидай этот рюкзак туда, да поехали. Слушай, все, погнали. Как ты без очереди? Ты даже не в очередь не встал, нахуй. Ты с хуяли хочешь, забирай, что ли? Снимай его. Ты кто, блядь? Куда ты поедешь? Вот я работаю. Забирай назад, никуда он не поедет. В смысле не поеду? Все стоят в очереди, подошел, блядь. Двигай, давай, двигай. Да мне только спросить, что я, блядь. Чё ты встал? Отходи! Саня, если чё, потом повыходишь, подожди, ну чё вообще мне ехать? Ну вас нахуй, и потом съебешься. И чё он встал, блядь? А всё, ты не поедешь никуда, тебе сказали, ты никуда не поедешь. Мысли не поеду, блядь. А может, в мысли не поедешь? Поедешь никуда? В смысле не поеду? Потому что. А что это за хуйня такая, блядь? Большая такая нормальная хуйня. Ты кто такой вообще? Работаю, блядь. А вы кто такие? Кто ты такой, блядь? Кто человек ты, я. Зоопарк, блядь? Володя, блядь. Володя, хуёди ты. Иди нахуй отсюда. Пешком. Да вы идите отсюда, блядь. Поедешь никуда, сказал. Ты реально не поедешь? В смысле не поеду? Все, я поеду. Время терять, он не поедет.
Иди садись к нормальному нашему таксисту местному, который местный. Да я местный нормальный. Какой ты местный, блядь? Что за шутки вы шутите, блядь? Это у тебя хуйня, блядь. Это, ты, это раритет, блядь. Вон, свободен, помятая сказал. Вся. Это ты свободен, блядь. Че, отъедь? Кто не отъедет? Там, ты сколько, как так подходишь, блядь, забираешь клиента? Тут люди стоят, блядь, в очереди нахуй. И что, нельзя, что ли, подколымить? Нет, ты схуяли вообще, блядь, человек сажает нахуй, а ты подходишь и забираешь его, ебаный. Это хуйня какая-то нездоровая, что бесплатная парковка, встал, блядь, я тебя паркуюсь. Не... Подъедь, меня достаточно. Я не понял. Ты его вторым. Да я вот стою, блядь. Не, ему скажи, что сюда, а, там давно подъедет. Мне в суд, меня, да, у меня дает суд в перенов, мне закрой. Да ты иди, что ты встаешь, блядь? Не поедешь. А, все. В смысле не поеду, блядь? Ну что, ты едешь, нет? Сам в голову возьми, как на копейки, блядь, можно выехать. Как? Она же, блядь, на четырех колесах едет. В какой деревне вылез? С Липецка? Какая деревня? Каждый день техосмотра, блядь, а вот только поймешь чего, я не знаю. Зато подешевле довезу человека. Что вы цену лупите, блядь, тысячами? Какая тысяча? Какая тысяча, блядь? В Яндекс.Такси посмотри цены, блядь. 600 рублей туда ехать. Нет, предел. Че, давайте заканчивайте цирк, блядь. Че, уезжаешь? Нет, никуда я не уезжаю. Блядь, самый умный, что ли? Почему я самый умный? И, блядь, тебе уже объяснили все нам. Че ты, блядь, так глупый? Да при чем тут умный, не умный, глупый? Скуяли, так походишь, блядь, нет, я тебя за эту цену, блядь, увезу. Тут люди стоят, блядь, в очереди, блядь, зарабатывают. А ты, блядь, нихуя такой подбежал, блядь, нахуй, умнишь? А кто эти правила установил? Очередь там, не очередь? Ты вообще почему подошел? Человек сажает уже, нахуй. Ты, блядь, его из машины... Так я ему подешевле цену даю. Скуяли ты, блядь, он стоит в очереди, блядь, нахуй, здесь. Просто так, что ли, нахуй? А ты подходишь, блядь, такой простой, блядь, ниоткуда не возьмись. Вы тоже такие простые, нахуй. Тут нельзя, нельзя, блядь. А кто сказал, можно, нельзя, блядь? Да подожди, сейчас разберемся. Поедем. Да что ты переживаешь, он тебя довезет. Вызови Яндекс.Такси и езжай. Вот и все. Блин. Яндекс.Такси вызывай, блядь. Езжай. Ладно. Вот тебе там 700 и будет. Клиент из-за вас проебал, блядь. Давай, иди нахуй. В смысле нахуй? В смысле? Пока по-хорошему. А что потом будет? Такси надо? Пошел вон отсюда. В смысле пошел вон? Такси поехать, такси. Такси надо? Город, да, город. Ты не понимаешь русского слова? В смысле? Сказал, пошел вон отсюда. Такси недорого, девушка. Больной человек. В смысле больной? А вы не больные, блядь? На чем выехал работать? Ты дурак? Под Колым на чем есть, блядь, на том и езжу. Я что, тоже в порядке, вон мятая вся, блядь. Хуета, хуета какая-то, блядь, Volkswagen, блядь, на штамповках. Бегом нахуй отсюда, блядь. В смысле бегом, нахуй? Пошел вон. В смысле отсюда. Бегом, в смысле вон, блядь. Такси, поехали, блядь. Такси. Такси недорого. Иди отсюда. Ты сам ты иди отсюда, блядь. Вырыл, блядь. Да ты где свою полу это откопал, блядь, обклеил, нахуй. Такси, что ли? Такси недорого. Хуя вот тут охуевшие заняли место, блядь, стоят, нахуй, нельзя работать, нихуя себе. А кто решает? Ты решаешь, что ли? Можно, нельзя, блядь? Пойдем, покажу документы. Какие документы, пойдем, блядь? Пойдем.
Пойдем вот туда. Да на блядь. Пошли. Ага, там, блядь. Такси недорого. Спасибо. Такси недорого. Куда надо ехать? Никуда, иди отсюда, больной человек. В смысле больной? Все, тебя спалили. Тебя спалили. Че, валим отсюда? Нахуй есть, блядь, жесть, пока они колеса не прокололи. Интересно, куда Саня нарулил? Сейчас я ему как раз звоню. Это было страшно. Ну, колеса, конечно, не прокололи, но просто патовая ситуация. Вот куда, реально, куда я денусь? Просто с клиентом. Ну вот я просто стоял как дурак и все. Все, огонь, давай, жди, мы уже едем, давай. Так, Саня ушуровал. Очко сыграло, Саня ушуровал за километр уже. Ладно, сейчас. У меня аж руки трясутся, вообще жесть. Прыгай скорее, Саня, за нами хвост! Быстрее! Быстрее, Саня! Скорее, валим отсюда, валим! Вон таксист, вон он нас подрезает, смотри, таксист! А, нет, это другой, не он. Так, мы прямо можем, да, поехать? Да, погнали прямо пока что, в любом случае. Ну, я думаю, нам во Владимире все, да, по-моему, огонь было, поснимали? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Тут больше, по-моему, и нет ничего. Больше нет, разве? Можно? Так, строю сразу маршрут. Да? Давай. Я уже дар речи потерял, просто переочковал, конечно. Ну, нормально. Да. Тут банда вообще жесткая, просто не дали мне выехать. А вот что делать в этом случае? Вообще непонятно, ну что делать? Ладно, проехали, Владимир, все, Владимир сделали. Уже едем в следующий город. Я просто отойти не могу, у меня руки трясутся еще вообще до сих пор. Охуеть, так, все. Как обычно, массаж простаты. Ну все, ребят, это конец, но конец всего лишь первой части. Будет еще две части. Дальше мы двигаемся. Ярославль, Кострома, Суздаль, Иваново. Поэтому навалите лайков побольше, потому что чем больше будет лайков, чем скорее этот выпуск наберет, тем скорее мы выпустим следующую часть. И открою вам секрет, в третьей части мы вернемся в особо жесткие таксистские грядки вместе с качками. С нами поедут телохранители, и мы поставим этих грубиянов на место. Поэтому навалите лайков как можно больше. Пишите в комментариях, как вам вообще ролик. Ну и подписывайтесь, потому что как вы узнаете, что следующая часть сейчас вот скоро, вот сейчас прям выходит. Поэтому подписывайтесь. А, еще на Саню подписывайтесь. Он молодец, он мне помогал. Доширак там еле вместе. Все, ребят, до следующей части. Пока. Охуенно. Блядь, заебись. Получилось? Да. Все удалось? Было. Реально получилось? Ну, было. Бля, серьезно, да? Вставляю, походу. Все, рабочий дубль, да? Был. Ну все, ребят, это рабочий дубль, поэтому до следующего ролика. Ты рабочий?